В Раполово в приюте для диких животных новые постояльцы – лисенок и кабанчик. Совсем малыши, им нет еще и месяца, в приют их принесли накануне. Молекулу, так назвали детенышек кабана, тонул в реке. Люди, которые оказались рядом, вытащили его из воды. А вот лисенка нашли на дороге. Помощь тоже подоспела вовремя, иначе животное могло погибнуть. Взгляд у малыша мутный и на лапах, по словам сотрудников приюта, он стоит неуверенно. Сейчас оба детеныша в безопасности и целый месяц во время карантина будут набираться сил.